Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем игру Collapse. Да, это одна из игр, где надо сражаться в основном на мечах. Давайте начнем. Так, ну давайте нормально. Пролог, последний лорд. Да, это старая игрушка, но симпатичная. Надеюсь, все понимают, зачем мы здесь собрались. Кто-то подстроил взрыв, унесший жизни всех лордов. И теперь на свалке идет междоусобная резня. Господа, у нас есть два варианта. Мы можем и дальше продолжать убивать друг друга. Или мы наконец-то объединимся. Опять эти разговоры об объединении. Гибель лордов еще не означает. Не означает, что каждый у себя в клане не сможет навести порядок. Элементарный. Порядок? Порядок? Клан Железного Лорда был одним из самых сильных на свалке. А теперь люди бегут оттуда, благодаря твоим порядкам. Пожалуйста, успокойтесь. Не секрет, что лорды поддерживали связь с Большой Землей. И они хотели лишь одного — снятия карантина. А теперь дай военным только повод, они здесь камня на камне не оставят. Вот именно! Поэтому мы должны объединиться и доказать, что вирус B13 — выдумка! Все в нашем мире выдумка, брат мой. Мы выдумываем несчастья только для того, чтобы они были контрастом к нашим удовольствиям. Но, тем не менее, я поддерживаю идею объединения и считаю, что кланам нужен сильный предводитель, который даст людям веру. Я знаю, почему ты так считаешь, Марк. Ты бы и сам не против занять это место. Во всяком случае, мои люди верят в меня. Конечно, вера очень поможет в этом мире. Но нам нужен человек, который смог бы вести переговоры с Большой Землей. Очень интересно. И кто же этот человек? Родан. Последний лорд внутреннего круга. Этого не может быть. Лорды погибли все. В таком взрыве невозможно уцелеть. Как видишь, смерть меня боится, Марк. Времена, когда лорды правили Большой Землей, давно прошли. Столько лет они дурили нам головы, используя своих меркантильных интересов. А они — это прошлое. Прошлое, которое надо забыть. Послушай, толстяк, у тебя слишком короткая память и длинный язык. Эти две причины всегда мешали тебе жить. Будьте же благоразумны! Родан, пожалуйста, спрячь клинок. Ты же знаешь наши правила. Никакого оружия на сходке. Браво. Это уже входит в привычку. Красавчик. Я не хочу пока никого обвинять. Но все же странно, что ты остался в живых, Родан. И поэтому в голове у меня вертится один вопрос. Не ты ли организовал этот взрыв? Ну, конечно! Как же иначе? Да бред все это! Я лично вытащил его полуживого из-под обломков! Возможно, дырявые. Но во всем... Дырявый, господи. Еще разобраться. Заклеймил. Итак, коллапс! Про парня с мечом. Да, в свое время это было супер. Супер-пупер. Итак, алкаш, давай просыпайся. Надо вспоминать, как тут играть. Так. Мечом у нас редко, да, получается пользоваться. Использовать. Так, пока идем неплохо. Кто тут? Ты
На! Подожди! В отличие от тебя, я-то себе могу позволить такую роскошь. Так. Где у меня? Так. Меню ресурсов. Вот, покинуть место встречи и выбраться из западни. Так. Ну, с этим у меня пока получается. Только я не знаю, что я могу рубить. Давай, ладно. Посмотрим. По мере поступления будем. Ага, прыжок один. Двойного нету прыжка. Оружие. Так, меч. Легкий огнестрельный, средний огнестрельный. Так, сменить вид оружия. Тихо. Блин, давай. На. Я этот, кто он? Даже дьявол может плакать. Тихо. Спокойно. На. Какой защищаться в атаку? Я пока крутой, надо драться. На. Часто уж. Можно. Да что, не ждал, не ожидал. Вот так вот, блин. Тут что? Берем. Так, это какая-то штука. Так. Блин. Я не понимаю, зачем эта штука. Так. Со здоровьем. Где у меня здоровье? Да вроде нормально все. Ну, не знаю, ладно. Раз не знаю, то не будем жопу мучить. Идем дальше. Так. Ничего нету у меня, что ли, здесь ждали? Эй! Эй! Так, ладно, подождите. Солдатушки, браво, ребятушки. Так, он не хватается. Пойдем сюда. Сохранение и загрузка, так. Кстати, перейти главное меню, так, настройки игры, последний чекпоинт, да. Ой. Так, тихо. Ему хана. Пока только вас гашу. Ваш. Блинский. Thank you.
Тут все должно быть делаться легко и просто. Так. Где мои жизни-то? Вот, наверное, вот шкала, да, вижу. Так. Так. Настройки. А как у меня тогда? Давайте настройки управления. Управление, конфигурация мыши. У меня применить аптечку П. У меня есть такое? Аптечка. Нифига. Ладно. Будем немного аккуратней. Пойдем. Взял патронов. Патронов-то набрал. Для кого? Для чего? Для пистолета, наверное. Опа. А я уже понял, куда мне. Меня ножом, что ли, ткнул? Так. А, вот так вот, да, можно? Минутку. Давай. А я на дробовик, да, поменял? Тихо. Ну-ка, 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 подожди. Кувырки, все нормально. Где аптечки только? Я вас спрашиваю, где аптечки? Подожди. На. На. Тихо. Полосуй, полосуй, быстрее. Отрежь ему ножки. Блин, а мечом-то неплохо, да? Так. Где аптечки? Так, поменяли на автомат. На. Вали его. Ну, куда ты? Все. Загасил. Так. Пожите, на двери что-то было написано. Не при кого-то, не при чего-то там. Давайте перезарядим и пойдем. Ой-ой-ой, какая старенькая игрушечка-то у меня. Ой-ой-ёшеньки, ё-ё. Ну, зато как интересно. Это кто? Ну, давай на пистолет сначала. Напугали-то, напугали-то как. Ага, хрен там на пистолет, да, получится? Что-то случилось. Охотится на нем. Ну, поспеши, Родан, сюда идут еще наемники. На набережной стоит несколько каперов. Это единственный способ отсюда выбраться. Разве мы знакомы? У нас еще будет время познакомиться. Вот, возьми КПК и постоянно будь на связи. Чур, я сзади.
Вот тебе быстрое свидание. Пикапер мирового уровня нахрен. Так, меню ПК, так возьму так, все функции по игре, которые так придется так раздобыть. Отключить сообщение с помощью так игрового меню, перейти в главное меню, настройки, настройки игры. Так, ну давайте посмотрим, как это так. Перейти в главное меню, так, профиль, настройки. Управление, если это... Так, блок, блок, энергоудар, взять, нажать, прицел, выбрать меч. Искажение времени, вид оружия, перезарядить, нет. Так. Ладно. Смотрим. Вау! Да подождите. На. Стой. Тихо. Миссия провалена, вы мертвы. Ну ничего. Мы сейчас заново начнем. Нас это не остановит. Блин. Даже немного азарта поймал. Давай. Пролог. Последний лорд. Тихо. На. Еще немного. Вот так. Так. Давай, ну а где аптечка-то? У меня хоть одна. Так, нечестно, я думаю. На мой взгляд, это нечестно. Так. И у них тоже ничего нет. Бегай, ищи. Подожди, на! На! Все! Всех! Нет, ничего не могу, нет, ничего не могу. Ладно. Или там маленький сверкающий, это как бы жизненьки мои. На, подожди, вот так, если назад не отступать, то нормально кусишь их. Так, подтянись, падла, блин, в готике, и то подтягивался, или как тебе туда как-то другим способом можно попасть? Так. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Хопа, нет, ни хрена туда не попасть. Замануха какая-то. Ладно. Учтем. Не идет.
Вход один. Сюда, сюда. Блин. Пик-пик-пик, и все. Сейчас. Будем обезвреживать тогда их. Коллапс. Блин. Коллапс. Так. Ой. Так. Подожди. На. Вот так. Ага, это жизнь. Кстати, можно... Минутку. Я же знаю, где можно пополнить жизни. Только идти, блин, далековато. Или обратно уже не вернуться. Откуда я прибыл-то? Ага, обратно уже все, дороги нет. Нет пути назад. А там-то да. Ну. Нифига. Ладно. Так, где у нас там еще парочка, да, сейчас будет? Или один только? Тихо. Да. Тихо. Опа. Все. И жизни у меня он. Хер да нихера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. На, еще разок. Блин, блинский. Ты будешь лезть? Блин, какой-то он калич, так-то вроде лазит. Должен лазить. Кто тут? Блин. Ой, сложновато как-то немного. На легком что ли надо было играть? Ну, на легком тогда было бы не очень интересно. Там уж поддавки какие-то были бы. Опаньки. У кого-то из вас жизнь-ка была, да, немного? Так, патронов у меня хватает. На! Подожди. На. Вот такие финты я выворачиваю. Ладно. Жизни у меня побольше.
Смотрите, если на патронах не жалеть, то нормально получается. Давай. Вот это нам не соперник, мы уже поняли это. На. Все. Так. Так, совсем мир какой-то разрушенный, постапокалипсический. Блин, еще хрен попадешь. На. Не ожидал. Опа. Я тебя зарублю, пара. Еще разок. На. Блин. Все. Не действует. А там ведь что-то лежит. Блин. Это гранату, что ли, надо дать? Не понимаю, как открыть. Но я вижу, что там что-то лежит. У вас уже есть зверобой. Да, у меня уже есть зверобой. Вот, смотрите. Что-то там лежит. Пушка какая-то, пулемет шестиствольный. Ну как вот его достать? В обход, что ли, идти? Сейчас посмотрим. И... Тихо-тихо-тихо. Тихо. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И где у меня последний чекпоинт? Не надо говорить, что он... Тихо. За раз его зарезал. Где еще? Так. Перезаряжусь. Ой-ой-ой. Так. Тихо-тихо-тихо. Давай, повыспимся. Тихо. На.
пока вроде бы. Где ты? Где ты? Давай, 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 давай. Тебе с нами не справиться. Хочешь стокнуть быстро? Мы ну, покажись. Давай. Где вы? Так. Сейчас. Подождите. Тихо, 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 тихо. Давай, сюда, сюда, отступи. Ой-ой-ой. Где? Не видно. Ну, блин, не попал. Ну, покажи же, приятель. Тебя ждет свинцовый. На. Блин, а как тут сохранять? Так. А если так загрузить? Так, профиль настройки. Настройки, настройка игры. Давай. Еще. Давай, высунься. А теперь скушай это. Где ты? Не дайте ему высунуться. Парень, тебя ждет свинцовый подарок. На. Ой-ой-ой-ой. Где ты? Тебя ждет свинцовый подарок. Так. Давай, 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 заходи. Жизнь. Но вы готовы, шайтаны? Где вы? Обхожу. Обхожу. Вот
Ой-ой-ой-ой. Сейчас, минутку, минутку. Так. Да сейчас. Еще давай. Давайте высуньтесь. Покажитесь. Где ты? Так. Блин. Туда идти сейчас, это пипец. Ладно, давайте продвинемся немного. Что, еще не убил? Или убил все-таки? Подстрелил прям в жопу ему. Булки треснули. Так. Давай, давай, продвигаемся. Так. Кто там еще с тыла? Да. Вот теперь будем думать. Как мне тут? Рохли стоит. Неплохо. Только вести нечего. Так. Вот они, жизньки мои. Так. Опа. Так, генератор комплексный. Так, вспомогает, так, здоровье полностью. А, это вот аптечка, которую я так долго искал. Давай. Берем. Так, там баллоны. Подождите. Так, пока вроде... Нормально. Идем. Патронов, конечно, мало осталось от него, но все же. Давайте я буду последний, так, выйти в главное меню. Все-таки. Так, настройка игры. Просто я даже не знаю, если не чекпоинт, то где буду загружаться-то. И эта неизвестность меня пугает. Как бы не очень далеко пришлось мне. Ага, мне вон туда надо, вон, даже мигать что-то там. Ну, сначала мы сюда сходим, подождите. Что тут?
Опа. Блин, нет, с этой штукой не кувыркается. Все. Так. Ну вот. Если там чекпоинт будет, то это будет замечательно. Пойдем туда. Туда. Так-то ни хрена. Я уже забыл, что так много народу здесь. А здесь вон как. Смотрите. Хопа, 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 хопа. Коллапс. Ой, старенькая игрушка. Старенькая. Дреды, кстати, смотрите. Это Африка. Кто он? Нет, не Гранд Кураж. Группа Кармен. У них есть песня «Африканский парень». Игра сохранена. Давай. Опа. Кто где? Давай. Блин, из-за этого парапета вонючего не могу. Вот так. Тихо. Ну чё, падла? Кто меня бьёт? Блин, только отвернусь, валит и откуда-то. На. Все. Вроде так. Все, так, это отвоевал свое. Так. Что тут только за оружие? Это, наверное, для дробовика. Наверное, так. Так, подожди, подожди. Залезли. Так, как нам взять это? Сверху, да, упасть? Ладно, пойдем попробуем сверху упасть. Так. Копа. Нечто потайное, что ли? Да. Тихо, тихо. Подождите, пацики, я же в доску свой. Ноль, вообще не то. Тихо. Подожди, подожди. Так. Нет, нет. И опа. Подожди.
нет, нет. Туда, 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 давай. Да. Сколько вас здесь может быть? Да. Режь его. Да. Все. Так. Сейчас, минутку. Блин, я в этой винтовочке все растратил. А, все, у меня винтовка, все понял. А я думал, у меня и винтовка. Да если бы я знал, подумал, автомат. Вот не посмотрел. Мягким знаком, кстати. Да. Нифига. Опа. Давай. Опа. На. И еще разок. Так, откуда ты выпрыгнул? Мне туда хода нет. Хоть бы стрелочку показали, куда идти. Я понимаю, туда вниз. Вот так вот. Куда, куда? Вот куда, вот куда, вы откуда и куда? Целься в голову, блин, и все только мне одному. Почему вас так много? Даже в халве было их меньше. Преследователей. Их, да, было меньше. Что-то я не понимаю. И куда мы идем? Вы мертвы. Миссия провалена, вы мертвы. Да, я услышал того потом по звуку только. Еще разок.
Так. На. Тихо. На. Получи. Опа. Опа. И опа. Вышел. Блин, ни хрена не это. Так, блин, у меня никакого гранаты даже нет. И свойства я пока еще никаким не обладаю. Плохо. Наверное, в дальнейшем буду обладать. Так, ладно. Ну-ка. И на. И еще разок. Тихо. Подожди. Опа. Ну, а сейчас я тебе дам нахрен. Ниндзя доморощенный. Да, у меня толпой, конечно, гасили пару раз. Но хватит. Хватит, я вам говорю. Вот это танцы. Ты любишь, когда смерть рядом, Родан? Нет. Напрасно. Она очень непредсказуемая женщина. Она умеет играть. Наверное, именно поэтому ты и остался в живых. Моцики такие массивные. Что ты помнишь, Родан? Это ты был в здании во время взрыва? Да, конечно. Конечно, я был в здании во время взрыва. Только я не могу понять, как тебе удалось выбраться живым. Там взрывчатки хватило бы на сотню таких, как ты. Хорошо, последний лорд. Я надеюсь, ты действительно последний. Опа. Ускакал. Не смог меня он завалить. Что ж, часть первая, тот, который лишает сна. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и играйте в игры. Играйте в игры. Я, насколько смогу, вам буду помогать, вести по этим. Потому что я знаю, много кто в них играет. И замыленные игры. Но в отличие от них, я не эмоционален, я не ору и не паникую. Во мне нету как у Жорика Вартанова, чтобы «Ваш, манаш, маш!» Нет, такого не будет. Все-таки не корову проигрывал. И спонсор сегодняшней нашей игры – коньячок. Да. Обычно это пивасик, последний раз. На Готике 2 у нас была спонсор игры, у нас была лодочка, сегодня у нас коньячок. Да, кто-то же должен спонсировать, правильно? Игры наши. Вот. Тем более, раз я не эмоциональный, в этом все и сказано. Ну что ж, оставляйте ваши комментарии, пока!